Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Назад на рыбалку в СССР. Ретро-ностальгия». И сегодня мы поговорим о грушевидных мормышках производства Колюбакинский игольный завод. Давайте рассмотрим их поближе и проверим, как она играет. Давайте начнем. Такая вот мормышки литые грушевидные. Грушевидная она называется. Колюбакинский игольный завод. Цена 35 копеек. Видите? Далее. Такая вот грушевидная мормышечка. Далее давайте ее рассмотрим сейчас поближе. Вес ее 0,4 грамма. Она в форме груши. И давайте проверим, как она играет в воде. Вот посмотрите, вот такая игра. Так играет наша грушевидная мормышечка в воде. Ну и так, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!